Пыль! Пыль! Муж и жена! Будет! Не будет! Будет! Не будет! Будет! Не будет! Будет! Не будет! Вот, жили плохо. Ссорились часто. Все время выясняли, кто прав, кто виноват. Кто первый сказал, а кто первый начал. Кто первый сказал? А кто первый начал? Ну, сказал-то на первый, как кто? 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 И вообще, чья очередь сейчас гору варить, а? Вот, взрослые люди, а как дети. Кстати, а детей-то у них не было. А детей-то у нас нет? Они бы нам горох варили. Не, лучше бы они дрова пкололи. Не-не-не, лучше бы они полы подметали. А? Ну, лучше бы они мне перед сном сапоги снимали. Размечтался. В сапогах спереди. Вот лучше бы они мне перед сном, как куроле в него пятки чесали. Обойдешься. Лучше бы они мне... Лучше бы они мне горох варили. А горох уже был? Ну и что, пусть еще будет. Не будет. 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 Не будет. Будет. Не будет. Короче. Будет. Не было у этих людей. Ни детей. Ни гороху. Вот. И много еще чего у них не было, но зато жил в стене под ковром сверчок. Слышишь? Что? Сверчок. Где? Сверчок, сверчок. Ложись-ка на бочок. Спать пора. Конечно, даст он тебе поспать. Но сейчас я ему покажу. А сверчок и вправду стрекотал звучно, и каждый вечер муж стаскивал с ноги сапог в надежде прибить этого нахала, но ничего у него не получалось. Где он? Ну, посмотри под тем ковром. Испугни его, ну, сверчок. Где? Сверчок! И вот, ударил он со всей силы по тряпке, что дверь закрывала. И выпала оттуда женщина. Никому неизвестного возраста. Соседку убил! Это какая она соседка? Она ведьма? Ну и что, что ведьма? Живет поблизости. Ну и что, что поблизости? А конкретно где, никто не знает. А пока я не знаю, где она живет, никакая она мне не соседка, а ведьма. Ну что, что ведьма? Что она теперь мертвая посреди комнаты валяться будет, а? И проход загораживает. По весне ваш горох не сеяли. Нет, вот он по осени-то и не взошел. Чего не посеешь, то того по... не пожнешь. Закон природы. Да. Значит, должок горох мешок отдавать не собираемся. А мы собираем. Мы собираемся. Но не отдадим.
Ну что же делать? Что ж, ой, делать? Ой, так я завтра зайду. Что у нас вряд ли что прибавится? Вряд ли что у нас прибавится завтра-то? А гляди, чего и прибавится. И Глеб с женой спать. Тишина. Сверчок-то затих. Зато вместо него какой-то детский голосок появился. Может, мышка? А что же, она по-человечески разговаривает, если не мышка? Ну, значит, не мышка. Да вот же я! Маменька! Ну, вот же я! Маменька! Какой хорошенький! А какой маленький! Да прям мальчик с пальчик! Будьте какой хороший. Ну, Типусик. Обрадовались муж с женой. Правда, было чему радоваться. Мальчик с пальчик такой умный оказался. Сознательный. Самого не видно, а голосок слышно. Жить надо по совести. А ссориться и кричать громко не надо. Ишь ты, какой умный. Пуси-пуси. А то, что он такой маленький, то, а? Так и не видно его совсем, это даже... Ой, хорошо! Хорошо. Горох много не ест, верно? С тем и уснули. С муж с женой. Смотрят, а вместо мальчика с пальчиком сидит за столом здоровенный такой детина. И последний горох доедает. Это кто такой? А ну, пойди спроси. Я? Ты? А ты кто такой? Я? Мальчик с пальчиком. Мальчик с пальчиком. Я слышу. Спроси, что такой большой? Ты что такой большой? А я подрос, пап. Так, подрос. Может, я все-таки нападам ему на всякий случай? Ну-ка. Ты что, стой? Так весь горох съел. Ну что? Где он? А ну, как я обещала. Ну нельзя, ну ребенок. Ведьма появилась. Там ссориться и кричать не надо. А мы и не ссорились. Здрасте, люди добрые, где там а как говорится, самим-то вот нечего. Он такой громадный. А тут целый ротище весь мешок. И все. И нет гороха. Так, значит, доложок, гороху мешок отдавать не собираетесь. Ну, а вам надо? Где вам нечего, а надо. Посудить. А тут мальчик с пальчиком. А потом и говори, зубы и сушить надо. Вах, да кто ж там такой? Вот невоспитанный мальчик. Вах!
Пап! Дети должны молчать, когда взрослые разговаривают. Да где ж мы целый мешок? Мам! Пап! Отдавайте вы ей меня! Вместо гороха отдадите, я буду у нее работать и долг ваш отрабатывать. Умница! Мало того, что мы этой ведьме больше ничего не должны будем, так еще и от лишнего рта избавимся. Обрадовались ему жрать. А ведьма тоже обрадовалась и говорит. Пойдем, говорит мальчик, с мальчиком, пока они радуются. А то потом печалиться начнут. Вот только печаль у них будет нехорошая. Ой. Хорошо. Хорошо. А? Наш мальчик теперь на ведьму работать будет? А? Помог бы и у нас. Помог бы и у нас. Он нарубил бы дров, вердил такой. А? А дровами бы долг его дали. Ну. Собирайся. Пошли. Нашего мальчика с пальчиком обратно у ведьмы за дрова выменивать. Придем к ведьме и скажем. Ведьма! Дрова нужны? А она скажет? Ну что она скажет? Ой, очень нужны. А мы скажем, ведьма, много небось дров-то надо. А она скажет? Ой, очень много. И тогда мы скажем, ну-ка давай обратно нашего мальчика с пальчика. Он-то дров-то и наколет за должок. И пошли они к ведьме. Так. Вышли, а куда идти не знают. Дорога-то им неведома. Ну вы посмотрите, как в гости ходить, так она соседка. Ну, а вот адрес оставить. Ну не говори. Куда идти-то? Посмотри там. И вдруг видят. Стынь. О, смотри. Горошина. Тыщ. Ой, еще одна. Это моя будет. А вот моя будет. Моя горошина. Ой, и мне. А это моя. И пришли они к ведьме. А если нас ведьма к себе на порог не пустит? Что делать-то будем? Ну, конечно, не пустит. Что, я дур, что ли? Горох-то у нее на одну зиму. А мальчик на всю жизнь. О, а мы голос изменим. Ага. Постучимся к ведьме, ага, и скажем, откройте, пожалуйста. Это мы, бедные люди. Она-то дверь-то откроет? А мы как скажем, ведьма, дрова нужны? Нет, не нужны, бедные люди. А вот зачем пришли рано? Да, вернее, за кем пришли? Ой! Ой. А вот рада была отдать бы вам вашего мальчика с пальчика. Да я не могу. Ну, не солидно. Я же сначала взяла, а потом отдала. А потом снова взяла. Отдала. Да сделать вам надо что-нибудь. Ну, например, пойти в лес. О, так мы дрова рубить не умеем. И хвор собирать не умеем. И костры разводить не умеем. А грибы собирать-то умеете? Вот наберете полные корзины грибов. Тогда я дам вам вашего мальчика с пальчика. Ну, грибы собирать дело-то не хитрое. Ага, а чё? Наберем полную корзину грибов и больше никогда ничего делать не будем. Все за нас будет мальчик с пальчик делать. Пошли! Пошли! Буду грибы искать, ага. А ты их будешь собирать. Ага. А какой разница-то? А? Огромная.
О! Видишь, осина? Ну? О, под осиновик. Это я нашел, а ты иди собирай. Я? Да, да, да. Собирай, собирай. О! Березу видишь? О! Ну? Вот, под березовик. Под березовик. Под березовик, собирай. О, а я чуть-чуть полежу. Ой! Где? О, а это мне. Жить надо по совести. По совести надо жить. А что делать, если совесть такая? Ну что? Идем. Пошли. А? Ведьма, полные лукошки. Сколько грибов? Нам бы этого нашего мальчика с пальчика. Ух ты ж, грибники! Мальчика лава, да? С пальчика! А нету! А нету у меня вашего мальчика с пальчика, а пока вы в лес ходили, его разбойник забрал. А ты стоять! К разбойнику-то ходить не советую. Кровожадный жуть. Ежели не зарежет, так еще что придумает фантазер. Ну что, пошли? Пошли. Пошли. Так, осторожно. Ну-ка, давай. Так. Ну? Так. Давай, аккуратней. И. Ой, хорош, молодец. Пошли. Ага. Разбойник жил в домике, очень похожем на ведьмин. Сидел у окна. И точил нож. Ну, надо врываться. Ну? Надо тебе врываться, а я здесь прикрою. Мне? Да, тебе. Меня прикроешь? Да дверь прикрою, чтобы он оттуда не выскочил. Ну-ка давай, 3, 4, оп! И вдруг слышат они, будто голос мальчика с пальчика. Мальчик с пальчик и говорит. Воровать это стыдно. Ну, стыдно, стыдно. Отвечает разбойник. Грабить это плохо. Разбойник отвечает, ну, плохо. А вот разбойничать, это хорошо. Ограбил богатых, раздал все бедным. Ну и себе, да, капельку. А когда вот эти бедные богатыми стали, снова их ограбил и новым бедным отдал, ну и себе. И вдруг слышат, мальчик с пальчиком заорет дурным голосом. Это чему он нашего мальчика учит? Ребенка портит. Ну-ка, на 3, 4. Тихо! Стоим! Стоим! Ничего не боимся! Молчим!
Главное, что? Главное, справедливость. Да. Вот. У кого-то одна горошина на двоих, да? Да. А кто-то ел суп с фрикадельками. Да. А я объявил войну фрикаделькам. Долой фрикадельки, долой. Все вместе. Долой фрикадельки, долой. Фрикадельки, долой. Фрикадельки, долой. Фрикадельки, долой. Фрикадельки, долой. Фрикадельки. Мальчика. С пальчика. Мальчика. С пальчика. Мальчика. Спальчика, а ну-ка отдавай нашего мальчика! Ух ты, да! Да владетишь, как блестит-то! Блестит-то как! Ой, как блестит, да ни один не устоит. Ой. Ну, разбойник. Устояли. Разбойников, стоять! Стоять! Ну-ка, иди сюда! Забери свои подачки! Я наш мальчик! Мальчик, уходи! Вот, держи! Давай, чини ему допрос! Сейчас будет допрос! Где наш мальчик с пальчик? Я им думал, сокровища нужны, а им мальчика с пальчика подавай! Нету! Как нету? Ты с ним 10 минут назад разговаривал. А то я с попугаем разговаривал, да и учили мамаши. Мальчик с пальчик всяким глупостям. Что? А вашего мальчика с пальчика я людоеду подарил. А ну! Людоеду! На день рождения! Ну что нам теперь с ним делать-то, а? Давай-ка мы его людоеду и отдадим. И обратно на нашего мальчика с пальчика выменяем. Чего? Вот люди! Я им! Они мне! Ел мне этот ваш! Людоед! Горит! Невкусный! Разбойник, зубы-то не заговаривай! Ну-ка, давай нашего мальчика! Сейчас я... А вот сундук! Сундук вместо меня! Возьмите! Что, кулаки? Там! Знаете что? Драгоценности? Да! Так вы сундук не открывайте! По дороге не надо! А вот учить-то нас не надо! Не открывай! Не надо, мы сами все знаем! Берем! Беру! Несем! Несу! Тудой! А что вы там не видели? А все видели? Так если мы все видели, что не посмотреть? Ой, а правда, что не посмотреть-то? Ну, как он открываться? Помоги! Драгоценности! Да тут целых двух работников нанять хватит! Да пятерых можно нанять вместо того! Вместо кого это? Ну как ты такой? Голову не могу, а? Жить надо! По совести! По совести надо жить! По совести!
Давай. Открываться. По совести. По совести надо жить. По совести. Делать нечего. Надо идти. К людоеду. Ну что, пошли? Пошли. Берем. И несем. Оп. Ой, ой, ой. Ой, 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 по рецепту. Кто там? Это мы, родители мальчика с пальчика. Входите. Рад, рад, очень рад. Очень, очень, очень рад, что приехал. Нам бы это, нашего мальчика с пальчика. Может, у вас... О, да! Вон там, в темном подвале, чтоб не испортился! Томится, бедняжка! Да нет, томится он будет под крышкой 20 минут. Сначала обжарю до золотистой корочки, ой, а потом... Ой, не надо томиться, не надо до корочки! Вы лучше, во! Вы лучше... О! Целый сундук! А зачем мне сундук? Там драгоценности. Драгоценности? Зачем мне драгоценности? Так это ложки и вилки серебряные, а тарелки нарядные. А, ага. Столовый сервиз, что ли? Ага. А, ну тогда, конечно. Ну, по рукам. Мы вам сундук, а вы нам нашего мальчика. Мальчик. А? Мальчик. С пальчика. Сочный такой мальчик. Такой сочный мальчишечка, ну ладно. По рукам открываем! Обманули! Так мы всего ж по ложечке! По ложечке! По ложечке! По ложечке! Тогда я по кусочку! Не надо. Да! По кусочку буду есть вашего мальчика! Не надо! Пальчика! Да! Сначала левое ушко! Ай, не надо левое ушко! А потом... Правое ушко! Не надо правое! А потом... Носик! Не надо носик! Не надо! Вы лучше нас! Вы лучше нас! Вас! Да у меня на двоих и дров нет! Так мы в лес ходим, нарубим! А, давайте! Мы мигом! Давайте в лес, давайте! Мы мигом! А? О! Тебе. Спасибо.
А зачем ты мне гонишь? Чтоб ты получше рассмотрела. Мама! А ты помнишь, ну как мы с тобой познакомились, а? Не помню. И я не помню. А хорошо ты как была, а? Хорошо. Хорошо. Ну что? Пора! 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 Ну, пора, пора! Пора! Людоед! Готово! Готово! Растопливайте печь! Шибче! Жарче! Еще! Еще! А теперь раздевайтесь! Теперь считайтесь, кто первый будет. Я! Нет! А вместе! Да нет, мне двоих много, и потом, как я вас буду в печь протолкивать. А нет, нас протолкивать. Да, мы сами залезем. Залезем, фу, да некрасиво. Так красиво. Красиво. Давайте сразу бегу. Так вас сразу бегу. Давайте. Так красиво. Давайте, давайте. Три, четыре. Разбежались они, что есть силы, прыгнули прямо в огонь и... Девочка. Мальчик. Ну, девочка. Да мальчик. Мальчик?
Девочка. Мальчик? Девочка. Мальчик. Девочка. Мальчик. Девочка. Мальчик. 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 Вот взрослые люди, а как дети, а какая разница, мальчик или девочка, все хорошо. Для вас работали Евгений Слабоспитки, Анастасия Кубышева, Екатерина Журавлева, режиссер спектакля Елена Порошина, на музыке Егор Кузов, директор проекта Марина Нижечкина. Спасибо! Спасибо!